Добрый день, дорогие друзья. Сейчас я нахожусь в Гуа. И сегодня мы уезжаем в Алмату домой уже. Вот сзади вот там пляж и кафе, в котором сейчас сидим. Хотелось бы написать видеоотзыв, потому что очень много негативных отзывов, когда вот ищешь в интернете про эти места, про Индию вообще в целом. Говорят, что очень грязно, все плохо, и там чуть ли зубы там аккуратнее чистить. Там мы набрали спиртовых салфеток, там всяких. Единственное, чем я пользовался, это вот спиртом, потому что не всегда есть возможность помыть руки, и в общем, ну, не то чтобы не, ну, короче, брызгаешь на всякий случай, потому что здесь климат как в этот. И опять же, это эффект от отзывов об описании Индии. Но здесь ничего такого ужасного, откровенно говоря, я не видел. Конечно, есть грязь, но и, по-моему, в любой стране такое как бы есть. И ничего такого ужасного я не видел. Да? Здесь состояние такое медитативное, здесь ничего не охота делать. Здесь В общем, кто хочет посетить Гуа, езжайте на пляж Арамболь. Это для тех, кто более активен, кому вот что-то вот из категории хиппи. Там очень много молодежи, очень люди легко знакомятся, очень легко встречаются, там играют на барабанах. В общем, прикольно. Для семейных более я бы предложил бы вот Мандрем, вот этот пляж, где мы сейчас находимся. Здесь народу не так много. Не так много тусы, здесь просто, ну, в общем, семейный отдых, это вот с детьми здесь посидеть, с семьями, в общем, наверное, надо здесь. Море очень теплое, и волны не такие большие, можно плавать спокойно. Сейчас, правда, здесь разбушевалось, но, в принципе, не так сильно. Вот, и ходили к Бабе, где он самый знаменитый наш Курнагуа, наверное, или, может, в мире. Я не знал, вообще не подозревал, что на этом можно так прославиться. Ходили, сидит он в джунглях, относительно недалеко, если идти по вот, чистые джунгли, там минут 20-30. Тропа уже протоптана, людская. Поэтому, в принципе, жутковато вечером, но нормально, можно сходить. Не знаю, что к нему ходят, в общем, прикола не понял я. Может, из-за того, что я не курю, но вот... На Арамболе как садят солнце, так, наверное, ну, вот вдоль всей вот этой, всего вот этого пляжа так больше нигде такого не происходит. Именно на Арамболе собираются барабанщики, в общем, собираются люди, которые хотят потанцевать по трансу, ну, вот там входят в определенный транс, и, в общем, просто отдаются ритму, отдаются природе. И со стороны это кажется, что люди накурились или еще что-то, но это... тем людям, у которых сильно работает мозг. Вы можете себе очень много всякой фигни придумать, но это люди просто так живут. Это настолько свободно, настолько легко, что сразу это в голову не садится. А индусы очень приветливые, очень там my friend, заходи, там я знаю. Они очень отличают казахов, сразу видят. И русских видят. В общем, как они так быстро отличают, кто с какой страны, в общем, непонятно. Торговаться с ними в усмерть можно, потому что цены нереально взвинчивают. И нужно очень их продавливать, что ли, там цены в три раза ломать, и тогда они, в общем, торгуются и нормально. Здесь относительно недорого, здесь комфортно. Мы жили на вилле, и там и горячая вода, и свет, и интернет. В общем, все присутствовало. Какой-то вот прям сильной грязи. Мы жили в комфортных условиях, ну, не знаю, нормально. Здесь есть вот домики какие-то строят, такие вот из кокоса. Может быть, там как-то будет этот, ну, не знаю. Цены на жилье за комнату от $10 до 30 где-то примерно. Это такой вот средний сегмент. В Риве, ну, там $125 в сутки есть номера, в общем, есть крутые прям номера. Хотя говорили, что этот пляж здесь чистый, даже не относительно, он реально чистый пляж. Песок очень хороший. Мы ездили вчера еще, смотрели, знаете, береговую охрану или укрепление какое-то. В общем, там что-то вроде замка, в нем проросли джунгли и... Вообще кайфово. Пляж там вот песок белый-белый, мелкодисперсный. И, в общем,
лучше пляжи пока мы здесь не увидели, то, что мы видели вчера. Что еще? Канат у нас летал на параплане, вот этот, в общем, смотрел видеообзор, будет видеообзор в этом ютубе тоже, потом посмотрите. Вот. Вчера мы катались на байках, мы вот это вот с Мандрема, мы уехали вот туда до крепости, в общем, на байках. Очень интересный вид транспорта. Научились на нем ездить, стали спокойнее переходить дорогу. Это не как у нас, да? Научился ездить, стал аккуратнее. Здесь ты понимаешь, что тебя, в принципе, не задавят, и все адекватно ездят. Аварий очень мало, их практически нету. Вот. Поэтому такие дела. Очень часто все сигналят, просто предупреждают, что ты, типа, я здесь, и все. Вот. Рекомендую посетить Гоа, Арамболь. И это надо хотя бы один раз увидеть, даже тот, кто не из категории хиппи. В общем, сходите, посмотрите. Очень теплые отношения, очень тепло здесь относятся друг к другу люди. Сейчас, секунду. Вот, и даже вот сейчас время подошло спрашивать индус. Хотел ответить, он увидел, что я делаю трансляцию. Он окей-окей и ушел к другому спрашивать. Вот. Я, что сказать, я влюбился в эту страну. Мне здесь очень-очень сильно понравилось. И поэтому я думаю, что еще приеду. Я приеду, может быть, на следующий год, может, через 2 года. Но в любом случае, я сюда приеду с семьей. И единственное, знаете, что вот больше меня вынесло? Это вот эти их ящерицы какие-то. А когда я ее первый раз увидел в туалете, это, ну, было прикольно. Вот. И... Я еще видел жабу, сидела на полотенцесушителе. А так, в принципе, из ужасов больше я здесь ничего не видел. Я обязательно сюда вернусь, мне очень здесь нравится. Влюбился в Гоа. В следующий раз приедем в большую компанию с друзьями. Это заранее это спланируем. Приеду, возьму с собой семью, потому что дети должны это увидеть, и супруга. Вот. В общем, такие дела. Здесь все хорошо, не надо бояться эту страну, с чем ты сюда приедешь, с тем ты и уедешь. Вот реально, чего ты будешь ожидать, то ты и получишь. И чем открытий ты будешь для этой новой страны, для своей, чем быстрее ты ее примешь, тем легче и комфортнее тебе здесь будет. Вот, здесь желание исполняется очень быстро. На самом деле, то, что в тебе внутри, то ты видишь снаружи. И поэтому рекомендую посетить Гоа, пляж Арамболь. И съездить на этот замок, я, честно говоря, не знаю даже, как он называется, но, в общем, поспрашивайте тех людей, которые здесь рядом часто живут, там месяц, два, три есть люди, которые живут здесь. Поэтому такие дела. Но я уже соскучился по своим родным, по своим детям, по жене, и хочу уже домой, хочу работать с новыми силами, с новыми идеями. Идеи здесь приходят очень быстро, очень интересные. Вот. Так что пока-пока, увидимся в Казахстане. Смотрите за мои, следите, смотрите мои видео. Ставьте пальчики вверх. В общем, до новых встреч.